Добавлю, что всего российские ВКС получили в уходящем году более 240 современных самолетов и вертолетов. Новая техника поступает во все рода войск. К примеру, сухопутных обкатывают более 1000 новых танков, а военно-морской флот осваивает 8 только что построенных кораблей, 2 подводные лодки. Что касается ракетных войск стратегического назначения, в 2015-м на боевое дежурство заступили еще 6 полков, оснащенных комплексами «Ярс». Армия получает и новые баллистические ракеты. Высокую боеготовность военные регулярно подтверждают на учениях. Как накануне с полигона Капустин-Яр в Астраханской области была запущена ракета «Тополь». Учебная боевая часть успешно поразила условную цель на полигоне в Казахстане.